Председатель комитета законодательного собрания округа Марат Абдурахманов на днях заявил, что Ямал по привлекательности для мигрантов находится на третьем месте после Москвы и Санкт-Петербурга. Только за последние 4 года их число увеличилось почти в 2 раза и составляет более 90 тысяч человек. Растет и количество преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства. Кроме того, практически во всех муниципальных образованиях автономного округа на фоне миграционных процессов отмечается рост межнациональной напряженности. Заксобрание автономного округа вышло с законодательными инициативами, направленными на принятие более жестких, но адекватных мер по борьбе с нелегальной миграцией. В частности, предлагается организовать проверку разрешающих документов на въезд еще при покупке билетов, так как сегодня разрешение и визу дают только при наличии купленных билетов.